Итак, друзья, срочная новость. Август мы начинаем с арбузной революции. Да-да, коктейльный четверг завтра будет феноменально интересен. Почему? Да потому что. Многие бары и рестораны Пензы уже пытались вас удивить арбузиками. Но они не знали одного. 3 числа был официальный день, когда настоящие арбузики созрели. Они стали сочными, насыщенными, вкусными, яркими. Просто расцеловал бы. Так что, друзья, жду вас завтра. Гастробар Москва. Вырученные деньги пойдут на предвыборную кампанию «Единой России». Шучу. Топим за Навального.